Всем привет, меня зовут Дима, я рад вас приветствовать на своем канале, посвященном домашнему алкоголю. И сегодняшний выпуск мы посвятим сравнению двум джин-тоникам. Первый джин-тоник это готовый, магазинный, а второй мы сделаем с помощью джина и швепс-тоника. Чего взял на обзор, вернее, чего взял на сравнение два джин-тоника, то есть приготовленный и такой. Я хочу посмотреть, какой из них будет дешевле, какой дороже. И хочу посмотреть, какой же будет вкусней. Давайте возьмем два стаканчика. Кстати, джин, это необычный, это белорусский джин, он такой встречается. Это Минского завода, да, Минский завод виноградных вин, Республика Беларусь. Вот такой джин Квинс, малиновый. Такой джин я встречал даже обычный в Duty Free, я его брал. Он, в принципе, неплохой, можжевеловый. Но этот я хотел именно взять на обзор, он... малиновый, то есть это необычный, и, кстати, он может получиться не такой классический джин-тоник. Хотел взять вот на обзор, и в итоге как бы и обзор, и сравню джин и джин-тоник, который покупной. В состав его входит вода питьевая умягченная, спирт элитный из сырья люкс, ароматный спирт можжевеловой ягоды, ароматный спирт корки лимона, ароматный спирт имбиря, экстракт малины, сахар. Регулятор кислотности, кислота лимонная. То есть здесь все ароматные спирты. Что такое ароматные спирты? То есть это берется какой-то спирт, настаивается. Ну то есть это не очень хорошего качества. Ну все зависит от производства. Дешевое производство либо дорогое. Если это завод вин, то там виноматериал может использоваться в ароматных спиртах. Давайте откроем этот джин. Отмеряю трицон. Кстати, малиной даже и не пахнет. Но может он ощутится на вкус, запах малины. Надо было, конечно, охладить все это дело. Первым делом охладим наши бокальчики, чтобы как-то более создать одинаковые условия для двух коктейлей. Если добавлю лимон, то, мне кажется, он все перебьет. Процентное соотношение где-то 1 к 4, чтобы получить одинаковую спиртуозность. То есть здесь 40% алкоголя, в том получается 6. Сделаем примерно одинаково по градусам. Можно было предложить кому-то сделать слепой обзор. То есть сделать один и второй, и чтобы кто-нибудь попробовал. И так бы уже было более, конечно, правильно. Вот теперь малиной пахнет. Блин. Теперь, конечно, неравный выбор будет. Здесь классно пахнет, очень приятно. Но здесь тоже очень похож вкус. Давайте, наверное, с классического, чтобы как-то вспомнить, напомнить вкус. Кстати, в последнее время... смотрю, вот он был классический и яблочный вкус, но появилась новинка со вкусом коньяка. Ну, здесь, как обычно, пьется как вода. Здесь лед, получается, сделал свои дела, он все охладил. И получается, алкоголь залетает, и мы не чувствуем спиртуозность в этом коктейле. Да, в принципе, стандартно. Здесь более интересный вкус. Здесь вот именно джин, здесь чувствуется джин. Если здесь больше водянистый вкус, больше воды, то здесь получается вкус вот именно можжевеловый, вкус можжевельника, он здесь ярко выраженный. Еще и малина, все-таки малина ощущается, классный джин. Вот, кстати, джин-тоник с этим швепсом всем советую. Но вот этот джин-тоник, если даже будет на классическом джине, он намного будет вкуснее.
Да, однозначно, вот этот выигрывает перед этим, который покупной. Давайте подведем какой-то итог. То есть я считал по деньгам, если сделать объем 0,5, вот, то есть ценник этого джин-тоника примерно бакс с нынешним курсом, если взять определенное количество джина и его разбавить 1 к 4, чтобы получилось примерно 5-6 градусов, и вот сколько нам потребуется вот этого джина и швепса отсюда налить, то есть получается по деньгам это меньше 1 доллара. И по вкусу, и по качеству, мне кажется, вот этот коктейль, он будет лучше, чем вот этот. Поэтому всем советую делать джин-тоник дома, но делать его из джина, который вы купите, и из швепса, который вы возьмете. Кстати, швепс оббегал все магазины, искал швепс именно тоник. В последнее время что-то больше. Биттер-лимон, пряная клюква. Особо не мог найти даже швепс, вот тоник. Нашел только в литровой бутылке, поэтому и взял литровую бутылку. Так что советую вам брать просто бутылочку джина, брать швепс и просто делать такой коктейль, чем брать вот такой вот химозный пикник и пить такой. Всем, кому понравилось сравнение этих джин-тоников, ставьте лайки, заходите, смотрите мои другие видосы на канале. Всем пока!